пока что будем за ней наблюдать. Удар с дальней дистанции, вратарь. Мяч вытаскивает. Хороший момент, нужно убегать обязательно. Игрок Муслимова один бежит. И мяч у вратаря. Находит вратарь ближайшего партнера, суетится строитель. На своей половине поля заставляют так ошибиться футболиста Муслюмова. И аут. Аут для команды Муслюмова. Угловой. Один подает. Край с мячом. Хорош. Передач можно бить. Удар. Вратарь вытаскивает. А вот добивание уже не справляется. 1-1 становится счет. Муслимову мяч разыграли, подача вперед и мяч потерян. Ключом команды строитель. Передача в центр. Ключом строитель. Передача вперед, нужно мяч загнать и пробить, удар. И от ворот начнет вратарь. Выбрасывает мяч вратарь, вперед, и долетает он до противоположного вратаря. Вперед команда строитель. И мяч оказывается вал. Строитель мяч разыграл. А вот строитель продолжил атаку. Перехват, Муслимов бежит вперед. Дальше продвигается команда строитель. Пробить пока никому не удалось. Передача. Впадет. Разыгран. Дальше пытается справиться с мячом команда строитель, но пока не получается. Удар. Отдает вратарь мяч ближайшему своему партнеру. И мяч за пределами поля. Ворот. Делать передачу на ближайшего партнера. Дальше.
Вперед, нужно догонять мяч. Передача. И до удара так дело и не дошло. Удар с дальней дистанции от футболиста команды Муслюмова и аут. Удар! Муслюмова один забивает и еще один мяч. Сразу высокий прессинг включают игроки команды Муслюмова один. Идут футболисты, удар и мяч уходит на угловую. Строитель пытается продолжить свою атаку, есть партнер. Хорошая передача, но удар был заблокирован. Удар! Какой цикл вратаря сейчас был. Удар с дальней дистанции и угловой. Угловой будет команда Муслюмова один исполнять. Впереди игрок, которому он делает передачу. Подача, мяч за боковой. Подача вперед. Муслюмова один пытается дальше продолжить свою атаку, но вот пробивает игрок команды «Строитель» по мячу. Довольно-таки плотно поворотом соперника. Аут для команды Муслюмова один. Контратака. Но вратарь на месте. Забирает мяч в руки и выбрасывает его вперед. Угловой будет. Заброс. Удар и мяч за боковой. Удар, какой хороший момент был, чтобы команда «Строитель» вышла вперед. Выбрасывает мяч перед вратарь, можно забивать головой. Контратака, бежит вперед игрок.
Можно атаковать дальше. Удар был заблокирован. Хорошая игра для Сити. И штрафный удар. Разбегается игрок, бьет поворотом и бьет мимо. Мяч уходит на угловой. Подача, можно забивать. И ничего здесь опасного не получается. Бежал со всех ног игрок команды «Строитель», но мяч и не сумел догнать. Аут для команды «Муслимова» 1. Удар поворотом соперника. Не помогло забить. Хороший момент, удар и гол. И Муслимов один делает отрыв, два мяча. Удар с дальней дистанции был заблокирован. Еще один опасный момент, удары. Угловой играем. Под ворот. Ворот, вратарь начинает игру. Дальше берут футболисты. Вперед, и игра рукой. Штрафной удар. Строитель будет исполнять. Быстро они разыграли стандарт. Вот выход. Вратарь спасает. Добивание. Защитник спасает. Еще один удар и мимо ворот. Не в первый раз, конечно, уже вратарь спасает. Отдельно спасибо ему. Должно быть от своих одноклубников из команды Муслимова 1. Подача с аута. Мяч вылетает. Передача вперед. И мяч вылетает. Выбрасывает мяч вперед вратарь. Контратака. Вот ворот, продолжится игра для команды «Муслимова» 1. Выбрасывает вперед мяч вратарь. И здесь партнер, который атаку поддерживает. И звучит свисток. Первый тайм окончен. Thank you.
зазвучал свисток, уважаемые зрители, и начался второй тайм матча между командами Муслимова 1 и Строитель. Муслимова 1 на данный момент ведет с хорошим счетом. Избавлять обороты пока не собирается. У Строителя тоже было достаточно хороших атак, чтобы забить, но постоянно поручает либо вратарь, либо защитник. 3-1 на данный момент счет. Два мяча преимущества — это не так уж и много, так что команда Строитель в любой момент может сравнять. Поэтому главное в такой ответственный момент не расслабиться команде Муслимова 1, чтобы не пропустить ненужный голы. А вот здесь аут. Будет угловой. Покинул мяч пределы поля, разыграли, можно пробить, удар. Контратака, мяч за пределами ворот, за пределами поля, прошу прощения. Сам пройди. Перевод направо, мяч потерян. Бросает партнера. Ну, сложно принять, честно говоря. Женя! 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 Миш, ты куда ушел? Команда Строитель, хотя мне казалось, мяч за воротами. Но это оказалось совершенно не так. Мяч в воротах, оказывается, после углового. Рикошет случился. И теперь команда Строитель, я думаю, зарядилась позитивом. Теперь они на кураже и могут забивать второй и сравнивать счет.
теперь главное команде Муслим Авади не расстроиться и не проиграть. Подача. Дальше играть. Еще один. И мяч ходит на углу. Подача и мяч. За той боковой линии, за противоположный удар. Мяч остается в поле. Удар и гол. Команда «Строитель», сольный проход 11 номера и удар точно мимо вратаря. Удар и угловой. Проход для команды Муслим Авади. Получает передачу игрок. И будет аут. Аут. Муслим Авади сейчас будет угловой подавать. Подача. Контратака. Можно пробить. И мяч за пределами поля. Хорошая передача, можно выходить вперед, а они это делают. Отыгрывается со счета 3, со счета 1-3 команда «Строитель». И становится счет 4-3 в пользу команды «Строитель». Мяч покидает поле.
команда Муслимова 1 смогла отобрать мяч. Это не дальше, здесь главное контратаку не получить. Контратака и падает игрок атакующей команды. В данном моменте команде Муслимова 1, откровенно говоря, повезло. Причем команд-строитель, удар и гол. Удар с дальней дистанции. Строитель теперь преимущество. Два мяча, счет 5-3 в их пользу. Хороший момент. Строитель мог и еще один забивать. Забивать шестой. Здорово, здорово, мальчишка, здорово. Передача. Еще один, 6-3 становится счет в пользу команды строитель. Дистанции, нужно подобрать мяч обязательно команде Муслимова 1. Один будет вводить мяч в игру. Удар дальней дистанции. Еще один. Мяч у вратаря. Дальше идет игрок. Могли забивать футболисты Муслимова. Еще момент. И удар. Удар от ворот. Удар и еще один гол. 7-3 становится счет в пользу команды «Строитель». Ну, я думаю, результаты здесь уже понятны и известны. В золотой лиге первое место занимает команда «Строитель», второе место Муслимова 1. Думаю, что 4 мяча уже практически невозможно отыграть, даже 5 мячей, 8-3 становится счет в пользу команды «Строитель». Очень долго Муслимова держалась, играли наравне. И теперь что-то пошло не так. Передача, можно забивать. Удар был заблокирован. Можно было через вратаря отыграть, но не стал этого делать игрок. И мяч команда Муслимова 1 потерял. Еще один момент, удар. Ничего не получилось в этой атаке у команды «Строитель». Но вот сейчас, может, что-то удастся им. Звучит свисток арбитра, и матч окончен. Первое место в золотой лиге занимает.